Друзья, всех приветствую. Прибыли мы снова на рыбалку. В общем, на Любимовское озеро. Короче, на сегодня 27 марта. Последняя, наверное, рыбалка в сезоне. В общем, кстати, сегодня день внутренних войск. Поэтому всех с праздником, кто имеет отношение к этому делу. Вот. Температура под десятку тепла. Снега до хера здесь. Ну, правда, вот сюда накатано. Как бы вообще без проблем проехали. Думал не проедем. Колеса спустил, так вообще. Шикарно. Значит, сейчас мы замесим прикормочку. Возьмем жерлицы с карасиками. И поставим наши жерлицы. 20 жерлиц у нас. И 10 у меня на лим их. На лим я не знаю, где ставить. Может, вот там вот выход скальный. Может, там чего. А может, не будем ставить, наверное. Наверное, не будем. На щуку поставим 20 штук. Тем более, что больше нельзя. Кормки куча. Лещ, плотва, делфи, река, красная, лещ, плотва, красная, лещ, плотва, черная. Ладно, мы сейчас вот этой насыплю кровоёночку. Так, это потом сольем. И красненький туда добавим, да, река. Здесь плотва, наверное, тоже. Так, ну пока хватит, наверное. Мы сейчас оставим жерлицы. Пробежимся потом с эхолотом. Понабурим луночек. Посмотрим, какие глубины будут у нас. И, ну, покормим, в общем, несколько лунок. Вот такой план на сегодня, ну как обычно, ловить завтра будем, потому что время уже 5 час, часов 7, наверное, уже темнеть начнет. Погода шикарная, конечно, ветра почти нет, солнышко проглядывает, эта птичка даже запиликала. Пару рыбаков вот там вот ходят, возле островка. Вот, ну сюда дорога намята хорошо, видимо, сюда зимой-то постоянно ездят. Вот по той зимой мы были, мы по целине шли вообще. А ну тогда, не помню, когда мы. Снега было дофига. А сейчас накатано. Прямо вот сюда накатано причем. Сюда и на мысок. На первый пляжик туда. Ну и дальше следы тоже идут. Вот это тоже ведро, блин. До прикорма. А оно даже не проклеено. Типа для прикорма, а потом можно рыбу ложить. Но это все же протекет, чертям собачьим. Ничего не проклеено. Так-то вроде ведро хорошее, мягкое.
Наверное, широковато, надо будет поменьше, чуть повыше. Ну, литр на 10 такой купить. Хотя прикормлю-то, что я обычно зимой так мешу, а летом пшено, горох. Все это дома в обычном пластике он делается. Туда тоже это добавляется, но все равно не на месте я делаю. Так, ну все, замесили мы прикормку, значит. Сейчас мы... Живец такой вот, малюсенький, конечно. Но я думаю, что щука не намного больше в этом озере, если есть. Говорят, есть такая до килограмма, но много. Ну, не знаю. Это так говорят. Окунь крупный как бы есть. Но окунь, мне люди говорят, что ну, в сети здесь попадается хороший. А так, ни хрена. Живец на кондрашке. Я так понял, что он по 20 рублей, вот эта вот херня. В том магазинчике, где я брал зимой по 10, тут такого побольше, два раза. Там уже нету. Сезон, говорит, закрылся. А там, где мотыля я беру обычно, там почему-то он по 20 рублей. Короче, три порции мотыля. Порция крупного и две порции мелкого взял, на всякий случай. Прикормку, может быть, добавим. И вот 30 живцов, 750 рублей. Из СД, мать его. Чтобы проехать 7, блядь, километров, 400 рублей. Вообще, блядь, охренели. Микроматов ни хрена нет. До Новгорода ехать 380 рублей, 100, ну, не знаю, по платнику, наверное, километров 140-то, наверное, ехать. И тут 7 километров, наверное, до обводника. Один пост, 400 рублей, охренеть. Я поехал, думаю, поближе, наверное, вроде навигатор показывает. Думаю, ну, рублей 200, ну, хрен с ним, думаю, отдам. Время не терять. Хотя на 10 километров дальше он показывал, там всего лишь на 5 минут, по-моему, дальше. Ну, думаю, 10 километров лишних, думаю, ну, не хочу. Со смены, думаю, блин, сейчас здесь проскочим. А он еще и повел через центр. Якобы там почти нет пробок, но все равно задолбался ехать. Лучше бы я вокруг объехал. Вот. Ну 400 рублей это охренеть. А если насквозь проехать, сколько сейчас? 1000 отдай. Было 600, 200, 200 и 100. Ой, 500 было. Потом на 50 рублей дороже вроде было. А сейчас один пост 400, второй 400. И там, наверное, рублей 200, если не 300. Охренеть, ну вы что, ёб... У меня даже слов нет больше других. Мне крышка... Ну, не ездил я 100 лет и еще не поеду, поэтому за СД. Охренели, честно говоря. Ну, я езжу на грузовой, потому что транспортер, мне пофигу. А так-то ну его нафиг. Поощрять охреневших как бы не стоит, я думаю. Хотя народу до хера, машина-то прет. Ну, по транспортеру. Ну что, по транспортеру тоже у меня кореш. Леха брал. Если берешь на ЗСД транспортер, там ни хрена нет скидки. И там же идет один и на платную, на Москву дорогу и здесь. А если берешь на как автодоровский, да, получается, на Москву, то здесь никак 50% скидка будет. Ну даже за 50% скидка, ну это до хера. Чтобы блин, сэкономить, там, не знаю, 5 литров. Каких 5? 2 литра бензина и 10 минут. Платить такие деньги. Это еще разово, ладно, а когда каждый день, то охренеть, конечно. Оборзели, в общем.
Ну, не такая, чтобы хорошая, но... Слушайте, ну это вообще охренеть, конечно. Килограммчик, наверное. Даже побольше, может. Может, там так же? Вот подогнул, называется. Флажок дофига. Блин, вообще по классике прям, ну, прям вообще по классике зацепилась. Флюрокарбон бы. Ну, ё-моё. Можно домой? Нет. Ладно, конечно, пускать не будем. Потому что, возможно, она единственная тут, потому что я не верил, честно говоря. Вот. Отдай. Я подхожу, главное. Флажок на месте, я раз катушку, а флажок стоит, ну ни хрена себе. Вот и подогнул, чтобы выскакивал. То на Ладоге тогда было, что флажок примерзал или что? Я вот под катушку ее. Ну что? Что ты будешь делать-то? Отдай. Дефол мотала, сейчас не мотает. Дефол намотнула. И все. Нет никого. Значит, мелочь. Вот, ну, наверное. Такого маленького живца могла еще и не засечься, интересно. Живчик, ну вот совсем. Не знаю, такого даже на удочку, наверное, не поймаешь. Мелкого. И то вот. Холостая поклевина. Ну ладно, главное, что клюет. Так. В общем, пробурило тут, блин, штук 20 лунок. Поперек озера вот так, все одна и та же глубина. Так, не понял. Не та. А, вот она, наверное. Не в ту лунку. Не тонешь, тут какие-то шары странные. Фу. Вот. В общем, 3 метра где-то с копеечками. И туда, где на глубине ставили жерлицы, там 4 с копейками. В общем, десяток мы жерлиц вдоль берега поставили. Вот одна щучка попалась, пока ставили. 4 жерлицы. Чуть подальше, вот прям вот каменный выход. Такой как бы с берега. И сразу глубина. Метра, наверное, 3,5-4. И вот 4 штуки, и до 5,5 метров мы поставили. Дальше не стали ставить. Ну, что-то так не очень верится. И вот 6 штук поставили на той стороне вдоль тростничка. И вот одна поклевка была пустая. Вот. И вот здесь, где первые мы ставили, здесь прям 2 метра с копейками, 3. И вот пошло 3 с копейками, глубже нет. Дальше середина зашел. В общем, пошел маленько туда, там 4. В общем, сейчас прикормлю здесь. Штуки 3 лунки, ну и те парочку, где 4 метра. Ну а завтра видно будет, не знаю. Если ничего не будет, значит будем думать, что делать. Как-то так. Депиляцию сделала. Ты что, пока тебя дождешься?
О, какая штука у меня есть. Я во полы, я чехольчик такой сшил. Тут на липучках. Вот. Ну и два ремня, чтобы его переносить удобно и в багажник закидывать. Вот. Проблем никаких теперь нет, по крайней мере, закинуть в багажник. Так. Опаньки. Так. Эй, залезай. Сюда. Горит уже. Хорошая шпикенция, конечно. Короче, у меня штучка, обноска. Алиэкспресс рулит. Дома пробовал. Вообще огонь прям. С пультом. Нам надо вот сюда подвесить. В общем, нам надо его подключить к пауэрбанку. В общем, тут вот такой вот шнур. Ну, это длинный шнур. Обычный мини-USB, сейчас мы поменьше. А, поменьше у меня, по-моему, с собой-то нет. Кул. В общем, время у нас хреново знает сколько. До хрена. 22:32. Пол одиннадцатого. Мы сели поужинать. Наконец-то мы присели. Короче, да, долго. Сегодня опять все. Ну, зато что у нас? Костер, мангал. Шашлычалк. Чаек кипятили. Картошку запекли. На костре картошку спекли. Да. Фольге в мангале. Шелочка замутили. Сестре привет. Спасибо за огурчики с помидорчиками. Да. Малочка, целую, князь. В общем, поставили мы 20 жерлиц. Щучку одну уже поймали. В общем... Я ее зачистил. Закормил я несколько лунок. Фиг его знает, что там будет завтра. Завтра, наверное, выспимся. Как обычно. Как обычно, да. Сегодня со смены опять 5 часов спал. И то по дороге. Что у нас? Вот вентилятор из обновок. Что-то еще было. А, ё-моё. Точно. Такая штука у нас. Термомиски. С Алиэкспресса. Так, у нас мисочки такие. Термические, то есть не греющие. Ну, были палочки еще и вот такие ложечки. В общем, ну, с этими ложечками пока покушаешь, наверное, с голоду помрешь. Это кто надеется? Ну, как бы, ладно, я сейчас заказал другие. Я заказал сейчас длинную такую. Там две миски будет и нормальные можно, вилки, ложки длинные сюда воткнуть. Ну, а это будет гостевая, так сказать. Вот, пока мы ими попользуемся завтра, наверное. Тоже, ну что, две миски, по сути, две и две ложки с нержавейки. 1000 рублей с хреном стоит. Охренели вообще. Китайцы. Вот. Такая соленая, я не буду такое кушать. Нормально. Нормально. Пересохленная, правда. Многовато.
Ай. Многовато передержал. Ну да, соли есть. В общем, сегодня у нас такой ужин. Уже обед. Хотя не, на обед мы что, мы на кадрашке пельмешки кушали. В общем, ладно, что мы? До завтра. Кушаем. Спим. Завтра увидимся. Все, до завтра. Короче, вот такая вот херня не сработала, что была. Малявочка. Грамм 500. Вот одна единственная размотка, которая сработала. И та не до конца. Что-то, походу, сбито. Есть что, нет? По той стороне не видно. Там трава. Так, что-то у нас имеется. Так. Так, мы на плоту, поэтому вот такую, наверное, все-таки мы. Сейчас попробуем. Здесь, конечно, есть чего. Такую, кстати, подушку я себе сделал на ящик. Она на этих, на четырех кнопках. Потолще сделал, обшил вот эко-кожей оранжевый. Поэтому и захож теперь не потеряешь. Вот, ну а так что, второй день, всем доброго утречка. Значит, на глубине жерлицы молчат. Здесь вдоль берега возле лагеря, которая вот одна была сработка, но она пустая. И на одной несработанной щучка на 500 грамм попалась. Вот, ну, мы ее отпустили, конечно. Вот. И еще, пока тут меняли живца, пару сработок было, но холостых. Может, окунек резвится, может, мелкая щучка. В общем, пока у нас так, на той стороне ветерок задул. Видишь, не было ветра. Вот, на той стороне не видно, есть сработки, нет. Так, в общем, решили мы попробовать половить живца. В общем, я вот здесь на 4 метра, а жена на 3 пошла метра. Сейчас посмотрим, будет что не будет. Народ опять присутствует, ну туда дальше вот. Видимо, тоже где-то подъезд, что ли, есть. Так. И опять ясно. Солнышко, хотя по прогнозам вроде было пасмурно. Вот нет рыбы, вот где она? Мелочь-то, ё-моё, прикормил уже. Вот почему нет? 4 метра с лишним глубины, спрашивается. Яма, вот она идет на мель. Прикормил вчера. Должно рыбы быть море уже. В общем, пришел я на другую сторону. Три поклевки вот полностью размотаны. Что-то есть вроде. Что-то не крупное. Почему меня не позвал? Ха. Да. Да стой ты уже. Вот такая вот. 300-400 грамм. Лови, мамку зови. Тоже сбито, не размотано, походу, пусто.
Пусто. Пусто. Мелочь. Уже крупный тут. Ни хрена. Более-менее крупная была вчера выловлена сразу же. Я так понимаю. Еще и размотано. Вот как? И тоже дохлый. Короче, такая ерундовина. Идем на машине, прям едет по льду. С той стороны сюда приехал, половил. 5 минут и уехал. Видимо, рыбы здесь нет. Уж и попался здесь такой кушочек маленький. Поставил его на жерлицу. Блеснул, тыкал. Все-таки зацепил его. Солнце печет здорово. Вот если не ветер бы вообще. В этом костюме было бы вообще жарко. Вот казалось бы, весна, да? Последний лед. Погода шикарная. Рыбу должна брать уже на все и везде. А нет, ни хрена. Решила пообедать сходить. На трех лунках, значит, поймал я. Такие даже более-менее. Окуньков, на одной даже вот плотвичка попалась, на мормышку попробовал. На основном все на блесну. Ну, конечно, как вот здесь вот начал дергать. Пускай мелкий, но давненько я так не ловил. Прям вот приятно. Буквально опускаешь. Вот кинул блесну, опустил, тут поклевка. Прям шикарно. Чуть-чуть побольше, конечно, мы хотелось бы. Вот первая лунка, здесь на десятка 3. Вот на второй лунке 7 штук. И вот на третьей 15 штук поймал. А что, кошакам-то самое то. Вот. Причем это, да, тугорослая форма уже вот с икрой. То есть тоже взрослые окуни. Хотя здесь и крупные есть. В этом озере. Ну, все, нормально. Я думал, вообще ни хера сначала не клевало. Но вот жена тоже по бункам пробежалась по тем. И ушла на берег, на базу. В общем, так, что, не знаю. Вот не знаю, на 4-3 метрах почему прикормлено с вчерашнего дня и ни хрена нет. Непонятно. Мелкая плотва должна быть-то. Ладно, пообедаем, будем думать, что-нибудь где-нибудь искать. Все хрен там.
Винт он был. Ну что, на ершей будем ловить. Сбито. Ёрш. Живой и невредимый ёрш. Так, тоже сбито. Тоже не размотан. В траве. Пусто. Что надо? Здесь, по-моему, у меня окунёк был. Я не ошибаюсь. 5 получается флажков и ни одной щуки. Ну тут либо окунь, либо мелочь, конечно. Такая либо нам не нужна. Нам гигантских подавай. Настой-то. Полдевятого времени, у нас ужин. Сегодня, в общем, ну, как обычно, индейка в томатном соусе. Картофель. Туда же картошку. Короче, ничего не обжаривал, просто воды закипятил и туда все. Перчика вон такого. Болгарский. Помидорку. Помидорку отшпарил, кожу снял. Вот перец надо было тоже так же сделать. В общем, такая штука получилась. До новых мисках. Не греется? Ну так, нагрелось, ну, нормально. Держать можно. Новая ложка. Такая вот ням-нямка. Острая. Острая хоть, да. Перца немного бы. Так она еще это. Надо как-то сладкий. О, нормально. Так что так. Дождь распузырился прям. Херачит и херачит. Рыбки вот, половили.
Да, в общем, там, где я окуня до обеда ловил, там что-то у меня 14 рыбин из них. Три, по-моему, плотвички, остальные кушки. Под конец вообще уже то за бороду, то за хвост зацепишь. Ну, короче, перестал клевать. Но тут напротив, возле острова, 2 метра глубины плотва. Там прикормлено было кого-то. Да, ну, спасибо правда, тому человеку, кто прикормил. Мелочь, ну, пару густерин. Вот так плотвичка такая. Сколько? 60 штук. 68. 68 штук. Ну, там пару окуньков. Вот прикормил. Завтра посмотрим. Завтра смысл, ну, опять же, если... Ну, дождь, не дождь, в принципе. Если не сильный, то бог с ним. Ну, там попробуют, да и там попробуют. Потому что по глубине все лунки обошла вообще ноль. Вообще ни поклевки, ничего. Нигде закормлено ни старые лунки. Вообще. Ну, странно, да. Там 2 метра клюет. Тут 3 метра, 4 метра. Получается, 4 свал туда на 5 с лишним пошло. Закормлено ни хрена с вчерашнего дня. Почему, не знаю. Сюда кто приезжает, сразу к острову. То тропа вот видно, что намята. Доброе утро всем. Третий день. Привет. Третий день. Ночью вроде дождя не было. Ну, может, смотрим. В общем, руста я не брал даже. Три размотки вот здесь. На той стороне, в общем. По нашему берегу вообще нифига. У меня же руста я не брал. Ну нафиг, сейчас до обеда можно половим, если клевать будет. Мы будем домой собираться. Все в траве зафигачено. Весен хрен. Здесь, по-моему, окуни стояли. На этих двух окуньки. Или на той окунь, на той. Есть что? Это вроде ползет. Ой, ё-моё. На ковалке. Плыви. Что тут? А тут не размотано. Ух, ух. Просто сбито. В общем, как-то так. Сейчас сядем на плотву. Вот здесь вот мужик все. Соседи сегодня к нам подъехали. На моих лунках вчерашних. Ловил. Наверное, ни хрена ушел. Может быть, смотрим, как плотва. Если плотва клюет, будем ловить. Если хреново, можно попробовать будет на кунька побегать. Ну, лещар. Нормально? Ты каким боком здесь? Пусти его куда-то. Не надо? Да. На галочку. Нельзя, 29 сантиметров. Уж одну рыбу навели. Как на черных камнях. Так, убрать. Ветра не было. Ну, вообще хорошо. Ах ты убежал. Ну-ка, опари-ка попробуем. Чуть-чуть-то побольше, а? Мелкая совсем. Thank you.
Короче, пошел по лунку, в первой же лунке. Камеру не взял. Окуньки. 5 штучек попалось, один даже хороший. Вот. И все, и перестал. Короче, лунку, камеру взял. Посмотрим. В принципе, рядом с той практически. Но тут нет ни хрена. Сейчас вот пойду на следующую лунку, камеру не возьму, там будет. Но каждый раз камеру переставлять долго получается. Если еще-то здоровый дует. Кот продувает. Не хочет на камеру клевать. Так, ну что у нас тут по рыбе-то получилось-то? Так, икра. Ну, щучка, что у нас тут? Две щучки. Такая, в принципе, поменьше и побольше. Так, ну и мелочи. Почти ведро. В общем, тут окуней половина плотвы. Ну, тут сегодня чуть поменьше у нас получилось. Ведро рыбы, ё-моё. Если бы вам было в раз в 10 побольше, плотва. 4? 4, 100. 100 ведро. Ну, ведро, грамм 100. 4 килограмма, ну, нормально, чё. Мелочишки. Ну, сегодня странно, как-то он поклевал и... Там ветер тоже усилился. Окунёк немножко поклевал, он перестал, я ушёл. Тут он у жены мормышку какой-то крокодил оторвал. Мою любимую красивую. Ну, после этого и клевать, наверное, перестал. Наш щука был. Да ну. Там актив знает. Так-то мужики вот там и сидят на одном месте. Один побегал, вон побегал. Там. На глубину сбегал. Какой-то мужик. На яму. И пришел сюда же, сел. Как они в кучке сидят. В общем, такая рыбалка получилась. Нормально. Сказать, что не клюет, тоже не скажешь. Щуки пойманы, пускай мелкие. 4 отпущены, да? 4 или 5 штук отпустили мелких. 2 подлещика. Какое 2? Ты ушел, у меня еще 3 клюнуло. А, ну, тем более, 5 подлещиков отпущены жить и расти, и размножаться. Может, там лещ мне и клюнул? Ну, чуть-чуть бы покрупнее бы, ну, 2 раза в 2. Было поинтереснее. Ну что, погода повезла. Сегодня единственный ветер, дождик под конец немножко споганил. Хотя, вроде, вчера уже не обещали. Такая вот рыбалка. Все, всем пока, мы погнали до дома.